видео вам хочу рассказать о сказочно прекрасном замке в Ельч-Лесковице. Небольшой, но красивый городок прекрасно расположен среди лесов на реке Одре, рядом с Вроцлавом. Я хочу вам рассказать о дворце, в котором сейчас располагаются гмина, государственные учреждения. Одним из самых ценных памятников истории региона и города Ельч-Лесковицы является дворец рода фон Саурум Ельч. Дворец был построен в 1558 году. Изначально замок принадлежал роду Претвин. В 1650 году Ян Претвин продал дворец соседу Вольфу Альбрехту фон Саурума Ельчу. В 1779 году дворец был перестроен основательно и стал семейной резиденцией. А вот нынешний вид дворец приобрел в 1886 году. Ему был придан характер голландского неоренессанса, а интерьеры исполнены в английском стиле. Как жаль, что со временем здание передавалось разным учреждениям. Так, Институт земледелия разрушил исторический облик здания, перестроив интерьер. Сейчас это прекрасное, сказочное здание, построенное в стиле барокко, по неправильному плану, двухэтажное. Несмотря на все изменения в облике здания, дворец сказочно прекрасен. При подходе к дворцу вас встречают львы, а сам дворец окружен великолепным парком в английском стиле. Здесь можно полюбоваться старыми дубами, ясенями, грабами, буками, лондонскими платанами, а также оригинальными экземплярами тюльпанового дерева и кипариса Лавсона. Смотрите, как красиво!